Особое мнение на 101 FM. 13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Веду ее сегодня я, Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает член Общественной палаты Кировской области, президент фонда «Авиатская соборность» Наталья Катаева. Наталья Алексеевна, добрый день. Добрый день. Наталья Алексеевна, начнем с новости, которая вот сегодня опубликована. Есть она у нас на сайте бывшего заместителя председателя правительства, а ныне секретаря Общественной палаты Александра Галицких, нашего с вами коллегу, избрали руководителем областной всероссийской организации ветеранов пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Известно, что отчетно-выборная конференция прошла в правительстве в конце прошлой недели. Правда, очень сложно найти на официальные данные о ее прохождении, хотя подтверждают все внутренние источники. И в Общественной палате Кировской области несколько опрошенных нами членов Общественной палаты не исключают, что Александр Александрович Галицких сложит свои полномочия в качестве секретаря Общественной палаты, не сможет совмещать две должности. Вы знаете об этом? Ну, естественно, знаю. Хочу только порадоваться за ветеранов областных, да. И Сашу Галицких я знаю еще, наверное, знаете, вот лет 30, когда мы с ним были молодыми депутатами райсовета. И я с радостью вспоминаю те времена и понимаю, что мы были такими неформальными лидерами, когда проходили сессии райсовета, и постоянно Катаева и Галицких чего-то всегда были недовольны. Потом я ему сказала: Саш, вот ты знаешь, мы так много с тобой тянули на власть, что Боженька сказал, вот ты громче меня ругался, вот пускай он в правительстве, а ты, Катаева, в мэрии. И говорю, ты знаешь, вот пока мы с тобой не нахлебались этой баланды во властных структурах, вот, ну, теперь, наверное, умирать буду, плохо о чиновниках не скажу, потому что тоже тяжела шапка Мономаха, они в определенных тоже рамках находятся, зажатые. Ну, что могу сказать, мне очень жаль. Почему? Потому что Александр Александрович, он человек грамотный. Он прошел очень много ступеней как общественных, так и госслужбы. И для Общественной палаты это было очень важно, потому что сегодня, принимая то или иное решение, нужно понимать, как работает властная структура, и нужно слышать мнение общественности. И вот соединить это... Он мог. Он был дипломатичный такой человек. Я имею в виду, был в Общественной палате, да? Он и есть такой дипломатичный человек. И здесь нужно найти точки соприкосновения как с властными структурами, так и с общественностью. А вы сами прекрасно понимаете, что есть продвинутые чиновники, есть упертые чиновники, есть... прогрессивные НКОшники, есть вот такие, которые ломят лбом, да, вот не всегда понимая, что они хотят. И поэтому с каждым говорить и услышать, может быть, и увидеть разумное зерно, это очень большой труд. Поэтому я могу выразить только надежду, что вновь избранный секретарь Общественной палаты, ну, будет достоин этого звания, вот, возглавить такой общественный форум. Я правильно понимаю дальнейшие процедуры? В случае, если совмещение действительно не представляется возможным, то на ближайшем пленарном заседании, оно будет в конце марта, будет объявлено о том, что он слагает полномочия секретаря, да, и да, какой-то исполняющий обязанности, один из его замов в качестве исполняющего обязанности будет назначен. Да. А потом конкурсные процедуры. В прошлый раз, когда выбирали секретаря Общественной палаты, заявлялось несколько человек на секретаря, и они прям даже свои программы какие-то защищали. Нужен ли конкурс действительно сейчас? Или будет назначенец? Вы знаете, мне трудно сказать, нужен или нет. Я думаю, что члены палаты, тем более совета, вот, они все равно больше знают и возможности, и ресурсы, и, наверное, человек, который придет на этот пост, тоже должен... Вы же член палаты. А? Вы же член палаты. Конечно. Ну. Конечно. Вот я и говорю, что член совета даже. Вот, поэтому я думаю, что не знаю, насколько этот... Ну, назначение кем, вы думаете, назначается? Я не могу сказать, не мое особое мнение. Мое, да. Как избежать такой ситуации, которая всегда
всегда вызывает сомнения очень многих жителей Кировской области, ну и вообще людей. Вот мнение по поводу общественной палаты, что она все время становится все более и более карманной для правительства. Когда новая система была введена, что да, вот три потока теперь будет УЗС назначает свой список, губернатор, и только вот третья – это вроде как вольные избиратели. Вот здесь, в этой ситуации, как избежать такой ситуации, когда такого момента, когда могут возникнуть подозрения, что человек, который секретарем становится общественной палаты, это человек чересчур, так скажем, лояльный к власти. Ну вот я одно хочу сказать, что... У нас такие есть вообще в общественной палате. Я хочу вот что сказать. Вы знаете, я не против конкурсных механизмов, особенно когда человек, который претендует на тот или иной пост, может высказать свою программу, свою стратегическую линию. Я только за. Потому что когда вот мы приходим и нам говорят, вы знаете, ребята, вот ваш теперь начальник будет вот Иванов Петров и Сидоров, то само отношение вот к нам, как к общественному такому органу, да, вот, оно как-то немножечко уже нивелируется. Поэтому я считаю, что, конечно, человек, который, он должен находить дипломатические и такие, наверное, контакты и с властью, и с обществом, но конкурсные механизмы или представление своей программы, своего видения развития палаты, своей компетенции человек должен представить. Ну, вот я сейчас смотрю на состав Совета палаты. Кроме Александра Александровича Галицких, туда входит Тамара Яковлевна Шихмина. Она не первый раз избирается в общественную палату. Инна Валикжанина впервые в общественной палате. Директор развивающего центра образовательного познания. Вы, Наталья Алексеевна, Марина Николаевна Копырина, заместитель председателя палаты, президент адвокатской палаты Кировской области, тоже не в первом составе уже она. Носков Эдуард Алексеевич тоже сторожил общественной палаты. Сметанин, Ткачев, Улитин, Усенко, Хайрулин, это тоже все люди опытные в общественной палате. И Наталья Ивановна Шитько, она тоже впервые в палате. Там буквально пара-тройка человек, кто впервые у нас в палате. Пара, даже так скажем. Все остальные не первый год на посту. Имеет ли значение первый созыв, не первый созыв? Надо напомнить, что свежий состав палаты работает с осени этого года. Вы знаете, я что хочу сказать. Наверное, здесь не надо такие ограничения ставить. Впервые, новички или ветераны. Иногда у ветеранов тоже замыливается взгляд. И я тоже сталкивалась в палате, когда люди приходят, и я говорю, ой, вот не хочется, но иду. А что не хочется? Ну, вроде как при деле. Тоже где-то хожу, заседаю. Поэтому я не знаю, я бы вот по срокам не стала вот судить о деятельном или недеятельном человеке. А вот еще бывает такое, что не всегда человек готов взять на себя эту ответственность, понимаете? Mm-hmm. Даже если, например, были такие случаи, когда мы предлагали кому-то, что, может быть, ты возглавишь, и тот говорит, нет, ребят, извините, но я даю себе отчет, это не мои полномочия, вот я не готов. Вот сегодня, например, если бы мне предложили, я, положа руку на сердце, я вам говорю, я считаю, что я не готова, вот, например, возглавить общественную палату. Еще один последний вопрос перед перерывом. Наталья Алексеевна, вам вообще, вот как член общественной палаты, как человек, который возглавляет комиссию там, да, палаты, со своими задачами в этой палате, вообще вот в данный момент важно, кто ее возглавит или нет? Вы ведь как работали в комиссии, так и будете. Вы в совет входите, сможете свою линию, что называется, гнуть? Сможете, наверное, при любом секретаре. Вы знаете, я единственное хотела бы, чтобы этот человек хотел работать в общественной палате. Вот чтобы у него было желание. Если у него даже недостаточно компетенций, но есть желание и есть способность говорить с людьми разного уровня, я только за. Но если иногда приходит человек и начинает, вот знаете, должность, вот он получил, и у него сразу такая распальцовка, я начальник, вот этого я не приемлю. Я все-таки считаю, что общественная палата – это тот орган коллегиальный, где мы можем за одним столом вести переговоры. И в рамках этих переговоров самое главное не только а поговорить, но чтобы что-то сдвинулось. Иначе тогда грош цена всей нашей общественной палате. Наталья Катаева, это ее особое мнение, мы сегодня слушаем. Перерыв короткий на полминуты и продолжим. Особое мнение на 101 FM. Вот я за это.
Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня у микрофона работаю я, Светлана Занько. Разговариваю я с Натальей Катаевой, президентом фонда «Вятская соборность» и членом Общественной палаты Кировской области. Наталья Алексеевна, очень важная тема, совершенно близкая вам, потому что вы не только как член Общественной палаты, но как человек, который в работе фонда «Вятская соборность» много внимания уделяет этим вопросам, о которых сейчас пойдет речь, и является членом Общественного совета, я так понимаю, при Минздраве, Минсоце? Нет, я только в областной комиссии по делам несовершеннолетних. Областная комиссия по делам несовершеннолетних. Но тем не менее, вы принимали участие вот в той очень серьезной беседе, которая была организована губернатором Кировской области в связи с гибелью 3-летней девочки. Я думаю, что мы еще долго не перестанем об этом говорить, потому что гибель 3-летней девочки в Кирове, которую мать оставила умирать дома одну без воды и еды на неделю, она повлекла за собой массу всяких разных событий, в том числе и общественное обсуждение, и общественное осуждение, и задержание заведующей поликлиники, наручники под камеры и увод, и потом порицание сверху, и ее отпустили в итоге, и 100 медиков, которые поднялись на защиту заведующей, и продолжающиеся общественные дискуссии, и, что очень важно, в итоге всего глава региона Игорь Васильев на совещании, где вы были, поручил разработать комплекс мер по раннему выявлению детей, оказавшихся в социально опасном положении. Я цитирую по нашему сайту hakirova.ru. По мнению губернатора, нужно обеспечить взаимодействие всех субъектов системы профилактики. Еще одно слово, которое надо запомнить – профилактика. Система профилактика, на его взгляд, складывается из органов образования, здравоохранения, социальной защиты и ОМВД. До конца этой недели, текущей, правительство должно подготовить распоряжение об утверждении конкретных мероприятий для этого. То есть неделя дана. По словам чиновников, некоторые наработки у них есть. Ну, там вот сообщение, что если более 8 месяцев с ребенком не заявляется к врачу, то вот сигнал поступает. Давайте разберем, что было на этом совещании в правительстве. Да, но я хотела бы поправить. Я была на совещании, расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних областной, которую вел Дмитрий Александрович Курдюмов. Губернатора там не было? Нет, это было еще... по поручению, да, это было еще одно. Еще одно, видимо, до этого совещания в правительстве. Вот, да, это было уже с привлечением представителей Министерства образования, культуры, органов правопорядка. Что я хочу сказать? Знаете, я высказала там свой тезис, что мы получили то, что мы разрушили, созданное в 90-х годах. Как бы мы ни ругали лихие 90-е, но именно в это время была именно создана система профилактической работы, и главную роль в ней играли социальные педагоги, которые были в школах, в поликлиниках, в детских садах. У нас на ДСК, это была часть моей диссертационной работы, да, у нас в каждом доме был социальный педагог семейного типа, который знал практически о семьях все. Возвращаясь к моей депутатской деятельности, это 80-е годы, когда я была депутатом райсовета, у меня было 2 5-этажных дома. И я знала каждую семью. И раз в месяц я отчитывалась перед своими избирателями в доме. Я устраивала в больнице, я знала, где плохо живут, кому надо помочь. Понимаете, когда была создана система, когда люди знали, кто живет рядом, это можно было очень быстро предотвратить. Но когда пошли сокращения ставок в школах, кого в первую очередь убрали? Убрали психологов и социальных педагогов. Ой, неизвестно, чем они занимаются, с кем они там говорят. Мы получили то, что мы получили. А потом сократили участковых, да, полицейских, полицию. Потом, соответственно, меньше стало врачей на участках, да, увеличилось количество детей. А теперь ведь самое главное, понимаете, вот когда была социальная педагогика, это социальный контроль.
Вот сегодня делают большой упор вот на этом совещании. Вот ТОСы, управляющие компании. Кто должен выявить? Кто должен заметить? ТОСы, управляющие компании. Ну, как один из элементов общественности, вот этого социального контроля. Вы знаете, вот я долгое время говорю, мы разрушили даже семейно-соседские общины. У нас отсутствует социальный контроль. Если, например, мы даже вот услышали, что плачет за стенкой ребенок, может быть, это родители отобрали смартфон, потому что ребенок не учит уроки. Понимаете? И очень сложно сейчас отреагировать даже соседям на тот или иной, ну, какой-то позыв. А если его вообще не было, то это еще сложнее. Я хочу сказать, что кроме органов специальной профилактики, есть органы общей профилактики. И вы знаете, если сегодня у нас до сих пор есть разные министерства и ведомства, у нас нет главного министерства – это работа с семьей. Вот как Райкин говорил, там кто-то брякнет, тут кто-то стукнет, там в школе какое-то родительское собрание проведут. Главный ответчик за судьбу ребенка – это семья. И вот эти все министерства содействовать должны вот именно семейному воспитанию. Понимаете, вот мы не гарантированы, что завтра рванет в другом месте. Потому что каждому человеку ты не приставишь полицейского. Вот соседи спрашивали, как эта семья? Соседи говорят, милая девочка с нами со всеми здоровалась. То есть и ничего... одновременно говорят, что они замечали, что она неоднократно оставляла ребенка одного долго на долгие сроки. И бабушка в то же самое время. Но если ты знаешь, что не все благополучно у тебя с внуком, если ты знаешь, что у тебя дочь вот периодически пропадает, ну придите, ну посмотрите. И я считаю, что, вы знаете, вот за неделю... Бабушка вообще там заявила в шоу, пусть говорят, что дайте мне только добраться до своей дочери, я ее своими руками задушу. Ну, это уже, знаете, вот у меня первая реакция, когда я узнала об этом событии, да, у меня была первая реакция, что на зоне ее будут кормить. Понимаете, за наши с вами бюджетников налоги содержат заключенных. Вот я бы оставила, я вообще человек гуманных таких наклонностей, да, но я бы ее оставила без воды, без питья, с пачкой стирального порошка. Понимаете, вот у меня было такое вот желание, у нас слишком гуманные законы. Если бы человек знал, что он украдет, ему посреди площади отрубят руку, или он знал, что если ты подвергаешь такой опасности ребенка, ты будешь также наказан. Ну что же это такое? Нравственных, так, вот понимаете? Наталья Алексеевна, давайте разберем по частям. Я вернусь обязательно к этой истории про нравственные законы, но все-таки до чего договорились на том совещании, где были вы? Значит, самое главное, вот уже вчера поступили в различные учреждения и молодежной политики, и культуры, и образования, значит, предложение, каким образом, как нужно работать со специалистами по профилактике. Как нужно работать... У нас есть специалисты по профилактике, скажите? Нет, ну подождите. В соответствии с законодательством у нас же все равно органы профилактики это сегодня и учреждения культуры, и молодежной политики, и образование, школы, детские сады. Когда так много органов профилактики, вы знаете, разве не в такой момент случаются такие трагические истории? Светлана, вот самое главное, мы должны понимать... Когда все отвечают, значит, никто не вот отвечает. Вот знаете, какая была система в 90-х годах? Угу. Вот кто родился ребенок? Вот давайте начнем с самого первого. Вот даже у нас в городе Великие Луки, вот откуда я родом, у нас была школа матерей и отцов. Еще до того, как мамочка ходит беременная, их уже ставили на учет, и уже нам выдавали такие книжечки. И если мы не пройдем лекцию, значит, там как рожать и как первое время ухаживать за ребенком, школа была матери, школа отца, вот, то нам не выплачивали декретные денежки, пока мы это все не пройдем. Я сейчас очень благодарна, потому что у меня муж практически вырастил сына. И это первое. Когда родился ребенок, кому первому открывают дверь? Это врач-педиатр. Уже врач-педиатр видит, какая это семья и есть ли в ней тревожные симптомы. Это уже можно взять себе на карандашик внутренний свой учет. Я не говорю, что сразу звонить в милицию, но понаблюдать за этой семьей.
Второе. Ребенок переходит в детский сад, в ясли, в детский сад. Вот это вот паспорт этого ребенка передается туда. Обратите внимание на эту семью. Обратите, что не все благополучно. Детские сады, воспитатели уже тоже ведь видят. Подождите, это те, кто могут просигнализировать. Соседи тоже могли бы просигнализировать. Но вот куда? Я сейчас, Наталья Алексеевна? Вот я сейчас к этому вернусь. Точно так же, как и в школу. Понимаете, вот сегодня наши комиссии по делам несовершеннолетних у нас в этой системе, когда работали социальные педагоги, они сигнализировали в комиссию по делам несовершеннолетних или инспектору, который работал по месту жительства. И мы просили, чтобы, например, в клубах по месту жительства инспектор принимал в определенные дни без формы, чтобы родители не боялись прийти, и что его ребенка могут сразу поставить на учет, а прийти посоветоваться, как в этом случае можно поступить. Должны в этих центрах, вот была служба социально-психологического сопровождения, в клубах по месту жительства, в школах, в детских садах, когда родители могли прийти и сказать, у меня что-то не то я замечаю за ребенком. Или бабушка могла прийти и дать такой сигнал. Ведь вы понимаете, если мы сегодня завалим участковых в полиции, что-то там не нравится нам с тем соседом, это не даст никаких результатов. Сегодня мы можем обращаться в органы опеки, что что-то не так, что-то происходит с этой семьей. Но и органы опеки сегодня не могут закрыть своими кадрами весь город. Согласитесь, если сегодня не будет создана вот эта служба профилактики, социально-психологического сопровождения ребенка и его семьи на разных этапах, мы не узнаем никогда подлинные причины. Никогда. Вот смотрите тоже, когда мать заставляет ребенка по простыням с пятого этажа там спускаться вниз, когда закрыли в квартире. Зониха или Зуевка? Зуевка. Это нормально? Угу. Лезь первая, мама, опробуй. Мама пьяная была, она на вечеринку собиралась. Вот так вот. Угу. Понимаете? То есть я говорю, ее муж там запер, чтобы не ходила на дискотеку. Она решила вот таким образом выбраться. Так это было дискотеку. Сейчас. Оставь ребенка. Говорю, если не помню. Оставь ребенка дома. Одного. Семилетнего. Ну, мы знаем законодательство многих развитых стран. Там детей до 12-14 лет нельзя оставлять дома одного без присмотра. Это должны быть либо родители, либо няни и так далее. За это наказание вплоть до посадки. У нас... Ну, я еще раз говорю, у нас все очень лояльно. И правильно вот Дмитрий Александрович сделал акцент на том, что никто не отнимал изымание ребенка из семьи, если видят тревожные такие моменты. Да кто видит-то? Наталья Алексеевна, по статистике, которую представлял вот здесь Володя Шабардин, детский омбудсмен, недавно, по всей стране такая статистика, и у нас тоже, до 50%, ну, чуть меньше, преступлений, совершенных в отношении ребенка, совершается в семьях прямыми родственниками или опекунами. Да, и эту статистику и дают сейчас. И она растет, да, преступность и дают, в отношении детей. Это даже он маленький процент сказал, здесь вот недавно была передача. А собрались только, когда вот вопиющий этот случай просто вышел на федеральное обозрение. Вы знаете мне, что страшно, что мы всегда собираемся компанейщиной. Вот произошло, утонул корабль, давайте все проверять корабли. Разбился самолет, давайте проверять все самолеты. Случился вот этот случай, да, если бы он сегодня не вышел на федеральный уровень. И все бы осталось на прежнем месте. Хотя, пожалуйста, вот тебе отчет. Ежегодно детский омбудсмен, кстати, постоянно об этом говорит. Мы можем сколько угодно планов тоже. И говорить, и отчетов делать, но если сегодня не будет вот, знаете, здесь, мне кажется, вот эта профилактика, о которой мы говорим, она даже не взаимодействие. Взаимодействие предполагает вот на уровне аппарата различных ведомств. А когда у нас было взаимодействие, вот ребеночек передается из детской поликлиники в детские сады, он передается в школу. Вы знаете, вот я такой пример видела в школах Америки. Почему я об этом говорю? Там индивидуальная карта на ребенка. О, давайте вот здесь мы сейчас с примерами как раз остановимся. 1,5 минуты у нас перерыв. Да. Индивидуально. И поговорим проговорим про примеры. Особое мнение на 101 FM. Нет. Продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. И непростую тему мы сейчас обсуждаем с нашей гостью Натальей Катаевой, президентом фонда «Вятская соборность», членом Общественной палаты Кировской области. Мы разбираем тему
насилие в семье, неблагополучных семей. И мы отталкиваемся от того, что Игорь Васильев на совещании в правительстве поручил разработать комплекс мер по раннему выявлению детей, оказавшихся в социально опасном положении. Приводим примеры других стран. Да, вот я начинала говорить о том, что в Америке у каждого ребенка есть такая карта. Карта личности, она, кстати, называется. Когда вот уже с малых лет смотрит ребенок, там его, какие способности у него, какие у него физические недостатки, к чему у него есть интерес. И ребенок в школе, например, кем ты, мальчик, хочешь быть? Космонавтом. У мальчика плохое зрение, он никогда не будет космонавтом. Не надо лелеять его мечту. И психологи, социальные педагоги, служба социально-психологического сопровождения очень развита именно в зарубежных странах. Они сопровождают этого ребенка, чтобы не разрушить его мечту, а его перепрофилировать, чтобы не было стресса, чтобы не было у него каких-то там отклонений. Вы знаете, я преподавала в школах Америки и спрашивала учителей: скажите, пожалуйста, а почему вы не вызываете ребенка к доске? И вы знаете, что они мне отвечали? Если ребенок что-то не знает, мы же ущемим его чувство собственного достоинства перед всем классом. А теперь вспомните, как учились вы. И как выставляли перед всем классом и говорили: какой ты тупой. И сейчас так же происходит. О чем и речь. Понимаете? И вот чувство собственного достоинства, вот это начинает формироваться протестное у подростка, там, у ребенка. Не знаю, мое чувство собственного достоинства этими вещами никогда не было учтено. Светлана, если вы, может быть, сильный человек. Если я что-то не выучила, это моя вина. Ну, это моя, вы, может быть, сильный позиция. Человек такой, да? Очень многие ведь ломаются. Mm-hmm. Очень многие. И поэтому сегодня первый, вот у меня какие предложения, вот когда вот по профилактике, да? Ведь у нас работал факультет социальной педагогики в медуниверситете, в ПЕД. Мы преподавали, мы готовили, вот я сама преподавала, мы готовили эти кадры, мы оснащали, когда у нас в одной школе было до 20 ставок, когда в каждом доме это было, мы получали результат. В микрорайоне, где я проживаю, в 90-х годах, по опросу жителей, безопасно ли жить в вашем микрорайоне, 1% только ответили «да». У нас частые случаи кражи, изнасилования, драки и так далее. Вы понимаете, мы практически за 3 года ликвидировали вот то психологическое состояние, которое было у людей. Сегодня они отвечают почти 70%, несмотря что у нас отдаленный проблемный микрорайон, они удовлетворены проживанием в этом микрорайоне. Они уже не переживают так за своих детей. Вот у нас Игорь Владимирович Васильев вошел в состав группы при Госсовете, рабочей группы, и даже возглавил рабочую группу при Госсовете «Образование и наука». Есть что предложить ему? Да, на разработку. Да, да. Вернуть социальное воспитание, вернуть его в детские сады, в школы. Ведь был специалист по работе в общине. Сегодня на этого бедного председателя ТОС чего только не повесили. И собрать деньги за ППМИ. Вот вчера у нас был такой общественный совет. Они плачут. Мы говорим: не пойдем больше, потому что на нас выливают все. И за мусор, и за уборку территории, и еще собрать деньги на ППМИ. А еще мы-то говорим о том, что сегодня должен быть социальный паспорт дома. Если мы создаем семейно-соседскую общину, которую создавал социальный педагог, не ТОС, а социальный педагог, то мы знали, где живет инвалид, где живет многодетная семья, где живет неблагополучная семья. И семейно-соседская община готова была оказать адресную, повторяю, помощь этим своим соседям. Подарить портфель ребенку, который идет в школу из многодетной семьи, взять под такую соседскую опеку одинокого пожилого человека, поздравить его даже с праздником, да, вот. И забить тревогу. У меня девочки вот так же такие были в подъезде, которые папа пил, мама умерла, и мы постоянно приносили то печенье, то все. Но мы с соседями взяли контроль над этой семьей. Не то, что пришли, как вы там проживаете. Девчонки, вы в каких кружках, в каких секциях? Но мы постоянно туда приходили. Мы сменяли друг друга, чтобы не нанести такой урон семье. Понимаете, вот иногда, когда мы приходили в своем доме, и я видела, что ребенок сидит, делает уроки на овощном ящике, а я не знаю, куда мне стулья деть, растолкать, у меня дачи нет. Я тут же вернулась домой и принесла этот стул. Но это элементарные вещи, о которых я говорю. Но это не должно быть сегодня возложено на один определенный управленческий орган. Но ничего он не сделает. Это должна работать вот этот социальный контроль, вот это и общественность, и семья. И семья должна понимать, что она несет ответственность за жизнь и здоровье детей.
Может быть, каким-то образом ужесточить эти законы за вот такое халатное отношение, жестокое обращение с детьми? Ну, здесь по полной программе будет жестокость, по полной программе будет наказание, потому что это... Ну, и снимать ответственность семьи, вот я считаю, что это неправомерно. И социально-психологическое сопровождение семьи. Мы сейчас не про ответственность семьи говорим, а как обществу не допускать таких ситуаций. Мы уже дошли до грани, Наталья Алексеевна, мы это видим. Я возвращаюсь к статистике. Я сейчас не к этому случаю возвращаюсь. Я возвращаюсь к статистике. Раз. И я считаю, что вот то, что только по результатам таких случаев, не только ведь в Кировской области, а в других тоже, когда вот это все освещается широко, вот тогда, значит, собираются и требуют в течение недели принять меры. А раньше, когда вот вы, когда другие специалисты говорят об этом без конца, докладывают без конца, раньше-то чего? Нам отвечают, когда нет денег, видим... поэтому убрали всех социальных педагогов. Мы били тревогу. А сейчас когда что-то их... другое, что ли, вам скажут? Когда убирали. Но это страшно. Вот я озвучила, что мы получили то, что мы предупреждали. У нас была эта система, и когда мы отработали это на самом неблагополучном микрорайоне, сказали, ребята, давайте внедрять везде. Сказали, ура, ура. Ну что, даже не говорили, что социальные педагоги. Говорят, нам эти социологи не нужны. Это разные вот вещи. Вот и все, о чем речь. Педагоги. Это мне говорили чиновники высокого уровня. Угу. Понимаете, Светлана, вот сегодня, когда мы говорим, я не знаю, я все-таки очень возлагаю еще большую надежду на нравственные аспекты. Вот я сегодня пыталась это затронуть. Вы знаете, если сегодня человек в вере, он не допустит вот этого вот падения в такой грех великий. Понимаете, сегодня все равно нравственные ценности можно через веру, через добрые дела, через добрые поступки. Мы сейчас обращаемся к церкви. Вы считаете, что церковь и вера – это то, что может внести свой вклад может. И является чуть ли не единственным гарантом? Я не говорю, что единственным, как одним из нравственных компонентов поддержки семьи. Потому что вот дети маленькие, они тянутся к добру. И я это могу говорить, потому что я веду школу добротолюбия. Вот мы методом проб и ошибок, мы брали девятиклассников. Они сидят все уже в гаджетах, им уже это неинтересно. Они говорят, а нам нужно развлечение там. Давайте пару слов-то все-таки скажем, что такое школа добротолюбия. А школа добротолюбия – это уроки добра, когда мы можем на примерах фильмов, таких как «Щенок», семейный фильм, посмотреть и разобрать его. Когда сидят дети и плачут. Мультфильм? Нет, это художественный фильм. Художественный фильм. Он я всего идет 40 минут. Вот если кто меня слышит, посмотрите, пожалуйста, в семье, когда сидят дети, убирают телефоны и плачут. В момент, когда мальчик любимого щенка отдает мальчику-сироте, который у него его забрал, и который спрашивает, мама, а кто такой круглый сирота? А это, говорит, ребенок, у которого ни папы, ни мамы нет. И он возвращается со щенком и говорит, ладно, забирай его, приходи к нам во двор, я сам тебя буду защищать. А до этого он его гнобил. Когда мы сегодня можем через притчи. Ведь смотрите, Господь ведь не учил, как надо поступать. Он говорил притчами. Когда добрые дела, когда акции мы проводим, когда мы детей в это вовлекаем и родителей. Вот в эту действенную помощь, когда мы кому-то помогаем. Ну, слушайте, ну у нас это было. У нас вече было. Самая была серьезная такая вечевая республика Вятская. Она не уступала Нижегородской. Когда мы собирались и решали, как нам помочь всем друг другу. Ну что же с нами случилось? Поэтому церковь, я не говорю, что это главное, куда мы сейчас бросили все силы, но это тот элемент тоже профилактики, вот грубо сейчас скажу, да, к которому мы тоже должны обратиться. Если сегодня мы убираем нравственные ценности, ну говорить тогда бесполезно. Вот вчера я включаю «Спас», и вот тема, о которой телеканал. Мы сегодня говорим, да, телеканал, там как раз обращаются к батюшке, вопросы задают, что «Батюшка, вот в Кирове такое вот произошло, как вы прокомментируете?» Вы знаете, я только одну фразу утешительную в этой ситуации услышала для себя. Он сказал, вы знаете, в этой ситуации этот ангелочек уже у Господа. И мне это была капля, как верующему человеку, когда я, меня не оставляет это возмущение, вот все, да. Но тут, и он сказал, это еще второй повод нам каждому оглянуться на себя. Какие мы?
Ведь сегодня общество больное, посмотрите. Ну, слушайте, там каждый вот в этой ситуации из близких, кто находился рядом, я не имею в виду близких по родству, а из тех, кто находился рядом, каждый озвучил, что он чувствует по этому поводу и как к этому пришел. Я впервые за много-много лет посмотрела программу «Пусть говорят», куда все съехались оперативно, участники этой трагедии, я могу так это назвать. Да, потому что там были соседи, одноклассники, работодатели, там бабушки и прочее. И каждый рассказывал. Они, кстати, не плакали. Вот никто из них, из участников. Никто не плакал совсем. И вот здесь, может быть, я понимаю, о чем говорил губернатор Кировской области. Говорит, он, наверное, это имел в виду. Как оперативно отреагировали, съехались на телек, чтобы вот это вот все как бы показать. Что-то, говорит, я не вижу, что все скорбят. Я тоже посмотрела специально эту программу после этих слов. Посмотреть, как скорбят. Конечно, нам невозможно никому указывать, как кому скорбить. Вы знаете, Светлана, но съемки продолжаются много часов. Много часов. И я не увидела большой скорби. И для меня это было показателем того, что мы привыкли. Мы к этим ситуациям привыкли. Мы знаем, что за этой дверью, в этом подъезде, там в подворотне, может вот это, вот это, вот это случаться. Понимаете? Вы знаете, почему мы стали возрождать ТОСы и создавать семейно-соседские общины? Что вот кто как не сосед, который может друг другу маленькую луковку принести, да, помочь ему? Кто как не сосед может быстро отреагировать на какие-то вот тревожные моменты? А как отреагировать? Я так и не понимаю. Вы знаете, ну вот нам сказали так, что... Наталья Алексеевна, я не понимаю, как отреагировать. Вот у меня, например, у меня прекрасные соседи, мы с ней луковицами постоянно обмениваемся. Но, предположим, вот непрекрасное. Мне куда с этим бежать? Кому мне сообщать о том, что происходит? Участковому я не могу это сообщить. Опека, органы опеки. Что за органы мифические опеки? Откуда я знаю, где они находятся? Вот, Светлана, здесь вы тоже абсолютно правы. И большой акцент был сделан на совещании вот, Дмитрием Александровичем. Что сегодня, да, что сегодня нет этой информированности. Люди не знают, куда бежать. Сегодня нет этих телефонов доверия. Они должны быть вообще вот на каждом углу. Тамара, как отче наш. Татьяна, господи, я уже от возмущения запуталась на самом. Как 0102. Наталья Алексеевна, у нас даже эти номера срочных служб сейчас у всех операторов разные. Все перепуталось. Нет, до сих пор не созданы единой диспетчерской службы по всем вопросам, куда бы ты как часы любой человек от мала до велика, как вот там 911 в Америке звонил бы. Угу. Я там, меняя телефон, и не понимаю, как мне дозвониться до полицейского или до пожарной охраны. Ну вот это самое главное. Вы абсолютно правы. Или до скорой помощи. А что касается сообщения о таких случаях, то я вот рассказывала здесь в эфире неоднократно. Я каждое лето звоню по 6-7 раз, вызываю полицию, потому что у нас там во враге недострой, и что там только не творится. Последний раз ждала 12 часов. 12. Потому что был чемпионат мира, там еще что-то. Понимаете? Что там про... А сами сейчас в системе, вот мы говорим, только заявительная система. Вот заявит кто-нибудь, пожалуется, тогда да. А вот чтобы профилактика... И мне почему-то слово профилактика-то поразило. На мой взгляд, профилактика-то исчезла абсолютно всего. Исчезла эта профилактика. А знаете, что потому что профилактика? Все сократили и легче предотвратить, чем лечить. А мы лечим. Мы уже констатируем факт, да, к сожалению, да, смерти. Да. Вот что мы делаем. Вот так. Потому что, еще раз, ну, не 12 часов, наверное, я там утрировала. Я звонила где-то в 9, а приехали где-то около часа или позвонили, а ехать ли к вам? То есть от момента, когда кричали дикими голосами в этом недострое, неизвестно, что там делали, насиловали, резали и так далее, к моменту, когда сказали, ну что, к вам выезжать, прошло 4 часа. Что за 4 часа там произошло? Зачем там приедут туда полицейские в этот момент? Неясно. А пока не сообщишь, ничего не произойдет. А мы даже не знаем, куда и сообщить. Вот, Светочка, смотрите, выступает у нас президент, я очень внимательно слушала послание, да, и говорит, что в любом населенном пункте, город ли, село ли, с численностью 2000 человек, должен быть дом культуры. Я бьюсь 30 лет на ДСК, 18 тысяч жителей, застройщик Кировспецмонтаж радостно докладывает, что скоро будет 40 тысяч, и нет генерального плана развития микрорайона, и никому никакого дела нет. И вот на совещании я услышала о прорыве Кирова главную мысль, что решая сегодня наши проблемы, мы не должны создавать риски последующим поколениям. Это на семинаре, который на семинаре. А мы это делаем.
Все. И здесь мы поставим точку в сегодняшнем нашем размышлении над этой темой, но продолжим, конечно, об этом говорить в следующих наших программах. Я благодарю за эфир Наталью Катаеву, президента фонда «Авиатская соборность», члена Общественной палаты Кировской области. Это была программа «Особое мнение». У микрофона работала Светлана Занько. До свидания. До свидания. «Особое мнение» на 101 FM.